Здравствуйте. В этом видео я предлагаю обзор мастихина, то есть инструмента для масляной живописи итальянского производства, очень универсального. В чем же его универсальность? Его универсальность заключается в оптимальной длине и ширине рабочей поверхности, жала от пятки до носка, которая позволяет вам с большим успехом делать как горизонтальные, вертикальные, диагональные, длинные ли мазки, короткие ли мазки, любые. Значит, чем он еще хорош? Он хорош, во-первых, своим качеством. Да, он сделан из нержавеющей стали, достаточно мягок, подходит очень хорошо как для набора тугой краски, так, собственно говоря, и для набора достаточно жидкой краски. И дальнейшее использование этой краски на холсте, на живописном фоне. Если вы будете покупать этот мастихин самостоятельно, не у нас на сайте, обращайте внимание на качество изделия. То есть надпись на мастихине, там, что он итальянский, совершенно ничего не значит. У него должна быть очень качественная пайка пятки, чтобы не отвалилась рабочая поверхность. И этот мастихин должен быть в меру тугим, в меру упругим. Что еще я рекомендую сделать после покупки этого мастихина? Отрепетировать его под свою руку. Как это делается? Берете грубый холст и делаете минут 15 движения, как точите нож, чтобы два конца мастихина, правая и левая сторона, стерлась, сработалась именно под вашу манеру держать руку. Это делается вот так, ну просто как точите нож. В одну сторону, в другую, С достаточно хорошим нажимом, чтобы мастихин прогнулся под вашим давлением. Тогда кромка собьется у мастихина именно под вашу манеру держать этот инструмент. И дальнейшая работа при надлежащем усердии, там, тренировке, не будет представлять для вас никакого труда. Что еще хочу сказать? Наличие этого инструмента избавляет вас от необходимости держать у себя в наборе массу других инструментов, мастихинов, которые выпускаются современной промышленностью. Это не исключает то, что вы можете иметь в наборе другие инструменты, даже желательно их иметь. Но этот инструмент может исключить у вас многие-многие проблемы. И вот если вы ездите на пленэры, вы можете обойтись исключительно этим одним мастихином. Желаю вам творческих успехов. Попробуйте, не пожалеете.